Основная цель визита московского гостя – проверить подготовку нашего региона к весенней посевной. Смотрим готовность аграриев к сезонным полевым работам. И мы, конечно, не можем не обратить внимания на то, что некоторая часть сельскохозяйственных угодий у нас выбывает из оборота по причине проведения специальной военной операции. Но мы, во-первых, благодарны губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу за то, что он, во-первых, обращает внимание на нужды военнослужащих, на нужды мобилизованных, а во-вторых, делает все для того, чтобы весенняя посевная кампания 2023 года в Брянской области прошла на высоком уровне. Роман Некрасов побывал на границе, осмотрел оборонительные сооружения, а также открыл в Стародубском районе традиционный забег «Лыжня России». Побывал на местном турнире по зимней ловле на мормышку. Алексей Соболь, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Андрей Цветков. Стародубский район.